Всем привет! В одном из прошлых уроков я вам рассказывал, как установить дефолтный JDK для того, чтобы у нас был JDK на программе, на Linux-системе, и мы могли его использовать. Но это была не самая лучшая идея. На самом деле есть другие варианты, допустим, поставить через PPA JDK. И сегодня я вам покажу, как это делать. Дело в том, что этот дефолтный JDK, он иногда глючит. Ну, вот у меня был проект, который собирается под Windows и под Linux спокойно с помощью оракловского JDK, но когда я использовал дефолтовый JDK, он у меня не хотел собираться. Вот, поэтому я установил JDK от Oracle. Сегодня я вам покажу, как это делать. Для начала давайте откроем консоль Ctrl-Alt-T. И в ней добавим PPA. Вот я себе сделал такую заготовочку. Мы пишем sudo add apt repository PPA web update 8 team java. Нажимаем enter, вводим пароль, нажимаем еще раз enter, и у нас добавлен. Теперь мы пишем sudo apt get update. У нас апдейтятся наши репозитории. И все. Пишем sudo apt get install oracle java 8 installer. Нажимаем enter. Соглашаемся с лицензионными соглашениями. Здесь выбираем yes. И все, у нас устанавливается наша оракловская Java 8. Как вы видите, ничего сложного. В три команды. Это мы можем закрыть. Да, и вот он, у нас уже появился этот Java 8. Сейчас туда добавится файла. Вот и все. Проверяем. Java C version Java C 1.8. Как видите, у нас установилась оракловская Java 8. А теперь мы ее можем использовать для того, чтобы программировать. К примеру, допустим, если мы откроем идею. Мы здесь в проекте мы можем JDK старый мы можем удалить и добавить новый JDK, который будет ссылаться на оракловский Java. Окей, теперь билдать с помощью него, apply, окей. И теперь у нас все программы будут с помощью него билдаться. Вот, ну, пожалуй, все. Сегодня я вам рассказал, как установить оракловский JDK на Linux 8. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.